рукопашную такую передачу. Всегда положительные эмоции, особенно когда первый раз тебя вызывают на взрослый такой. Микрофон-то я себе дал. Что, я думаю, что за хрень? А я сказал про пасы не прогулка, что начнем заново. А я пас вроде. Не давал. Нет? Нет. Финально. Вот я об этом говорю. Работаю. Ну, ты знаешь вопрос. Поехали дальше. Матч за сборную. Время, да, положительные эмоции, новые знакомства, новые люди. Все время очень морально помогает. И, тем более в конце сезона на отдых с хорошим настроением ходить. Получилось приехать и сразу сыграть сходу с партнерами, с которыми раньше вообще не играл. Как это было? Ну, кроме Англии. Да, ну, одного партнера. Один кубок выиграл. Ну, один партнер — это уже хорошо, и Ли вроде молодой, опытный, с КХЛ поиграешь, так что не было сложности найти понимание. После таких сложных серий физически, эмоционально, наверное, испытываешь какое-то опустошение, но как было сегодня играть? Вот просто проснуться и понять, что надо поехать играть в хоккей? На самом деле, я уже, мне вчера сказали, мы проиграли после финала, мне сказали сразу, заселяйтесь на гостиницу. Не лучшее состояние было, все там поехали уже отдыхать, а мы поехали в гостиницу готовиться к игре. Ну вот часто говорят о том, что продлить там сезон хотя бы еще на одну игру, это классно, вот тебе это удалось. Да, я рад, тем более, когда вызвали сборную первый раз в Олимпийскую, это вторая считается, так что я рад очень. Не занервничал, когда вот зашел в юбилейный, недавно здесь играли столько овертаймов, а сегодня за сборную? Да нет, домашняя площадка, и не было нервов на самом деле, потому что было больше опустошения после плей-оффа, так что вроде все спокойно было. Ну а раздевалка сборной, как встретили ребята, ты многих знаешь наверняка здесь, но все равно какие ощущения? Да, многих знаю, но всегда приятно новые знакомства, и все поддержали, хорошая атмосфера, там все друг друга поддерживают. Тренер что-то говорил? Нет, просто представил нас перед командой, мы его знали, в принципе, и все, работали. То есть можно сказать, что тренироваться вам вообще не надо? Приехали, самый важный гол соорудили, да? Так что ли? Ну, игровая практика. Зачем тренироваться? Очень разозлились, да, после финала, потому что все так все получилось? Да нет, на спокойствии играли, сил уже вообще не было. Думаю, так получилось. Здорово. Ну все, еще вопросы, ребят? Вообще, в целом, сезон можно назвать отличным персонально для вас? Да. Попал в сборную на молодежный чемпионат мира, выиграл первые медали свои взрослые, не золотые, конечно. Мой телефон, я сделаю тебе одолжение. У нас есть сезон, сказал, уже более амбициозный план закрепиться в основе? Да, конечно, рассчитываю там весь сезон отыграть и, может, даже постараться во взрослую сборную. Ожидаете, что основная команда очень изменится на следующий сезон? Да, там много кто без контрактов и интересуется молодыми там перспективами. Думаю, да, будет много очень новых людей. Спасибо.